Искусство жить вместе. Будущим молодоженам Самарской области раскрывают секреты счастливой и здоровой семейной жизни. Во дворце бракосочетания Самары состоялся семинар по вопросам психологии брака. Для молодых пар консультации врачей, психологов и лидеров свадебной индустрии подробнее Юлия Север. Семейная жизнь – это не только романтика. Ссоры и конфликты избежать невозможно. Главное – уметь правильно их решать. Будущие молодожены Максим и Юлия с этим полностью согласны. Выстраивать гармоничные семейные отношения учатся еще до свадьбы. Когда при подаче заявления сотрудники ЗАГСа предложили прослушать семинар «Искусство жить вместе», согласились, не раздумывая. Считаем важным, потому что все-таки есть какие-то нюансы в совместной жизни, и хочется прояснить. Как же улаживать конфликты, например, в совместной жизни, еще что-то подобное. Так мы умеем, 3 года уже живем. Да, но все-таки что-то новое узнать всегда полезно. Не только полезно, но и важно знать. Кроме психологической поддержки, на семинарах будущие молодожены получают и консультацию врачей. Акушеры-гинекологи и репродуктологи рассказывают о подготовке к зачатию и рождению ребенка. Такие встречи во дворце бракосочетания проходят регулярно. У нас в зависимости от содержания лекции психологи меняются. Мы, безусловно, здесь работаем. И хотелось бы сказать отдельное спасибо Министерству здравоохранения Самарской области. Мы работаем в тесном тандеме с специалистами, которых нам рекомендует министерство. Всего в 2017 году запланировано 40 подобных лекций. Посетить семинар по вопросам психологии семьи смогут все, кто решил связать себя узами брака. Юлия Север, Александр Дудко, Новости губернии.